что будет в новой серии Чукуровой «Однажды в сказке». Кто возьмет на себя аварию МИД? Расскажет ли Демир Зюлейхи о своих отношениях с Юмитом? Расскажет ли Севда Яманлару, что ее дочь Умит? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Если вы не хотите расставаться с Демиром и Зюлейхой, прежде чем перейти к нашему видео, не забудьте поделиться нашим видео. Фикеле удалось предотвратить план Юмита и Фикрета благодаря Севде. Когда он рассказал Фикеле о том, что был влюблен, Фикеле пошел и взял камеру из руки Юмита. Так что его планы провалились. Когда Фикеле сказал Умиту, что он все знает, Умит ничего не смог сделать. Сначала Зюлейха пошел к Демиру и хотел передать информацию, которую он получил от бывшего полицейского Шадибия. Однако, когда Демир узнал, что Зюлейха встретила Фикрета, он сошел с ума. После этого Фикеле пошел рассказывать об отношениях Юмита и Фикрета, это стало последней каплей. Демир, который пошел к Юмиту с этим гневом, очень рассердился, расстался и очень рассердился на него. Однако после ссоры он ушел. Сразу после этого Мойган пришел утешить Юмита и сказал, что они сбегут с Фикретом. Когда он услышал, что Юмит Фикрет уезжает, он очень рассердился. Когда Фикрет вернулся домой, Юмит очень рассердился, подумал, что мертв, и убежал оттуда. Однако причиной, по которой Юмит упал с лестницы, был Демир. Поэтому Демира арестовали и посадили в тюрьму. Юмит должен дать показания, чтобы спасти Демира. Интересно, кого Юмит признает виновным? Думаю, он скажет, что инцидент произошел случайно. Таким образом, Демир сбежит из тюрьмы и вернется в особняк. На этот раз самым большим событием, ожидающим Демира, будут его отношения с Юмитом. Потому что он хочет найти возможности рассказать, что случилось с Зюлейхой. Однако самое большое препятствие перед ним – это Севда. Поскольку он не может обижаться на свою дочь, он пытается помешать Демиру при любой возможности. Но Демир расскажет Зюлейхе о том, что произошло, как только найдет возможность. Даже если Зюлейха сначала рассердится, Демир простит Демира, когда он расскажет все, что произошло. Между тем, когда Шермин расскажет Демиру о событиях вокруг Севды, Демир заподозрит подозрение. И Севде придется рассказать обо всем, что произошло. Таким образом, Демир поймет, почему Севда в последнее время плохо отзывается о Зюлейхе. Если вы напишите свои идеи в комментариях, мы сможем обсудить их вместе. Теперь давайте кратко подведем итоги того, что произошло в последнем эпизоде. Отдых Юмита на Севде поставят под угрозу ловушку, которую он и Фикрет устроили. Это Зюлейха или я? Юмит, который говорит, сначала находит Фикеле, а затем Демира перед собой. Юмит не отказывается от Демира, но ему приходится дорого за это заплатить. Более того, вся эта ситуация еще больше усиливает гнев как Фикрета, так и Демира. По мере того, как круг вокруг Юмита сужается и сужается, то, что с ним происходит, приводит его к границе между жизнью и смертью. Среди тех, кто сужает круг, есть Чермин и Фиусун, которых он никогда не замечал. Два друга собрали все детали вместе, чтобы разгадать секреты, и они собираются стать героями. Фикеле, который сначала похоронил своих двоих детей и жену, затем Хункара, любовь к жизни, и, наконец, Йылмаз, которого он называл своим сыном, теперь проходит испытания со своим племянником Фикретом, с которым он встретился много лет спустя. Поскольку мы настаиваем на войне Фикретов, связь между ними близится к разрыву. Более того, на этот раз Фикеле вместе с Фикретом рискует потерять фамильные реликвии Йылмаза, Муджгана и Керемали. Демир еще раз решает, что Зюлейха должна знать все. Севда не хочет, чтобы Демир разговаривал с Зюлейхой, хотя она не уверена, выполнять ли ультиматум своей дочери или нет. Он думает, что если эта речь будет произнесена сейчас, он может полностью потерять Умит. Несмотря на то, что Севда сбивает ее с толку, Демир говорит, что им следует поговорить с Зюлейхой. Пока они разговаривают, на ферму идет жандармерия. Пока Демир был взят под стражу по крупному делу. Севда раскроет все свои секреты в ожидании испытания сына.
А пока мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете заставить их следить за тем, что произошло в сериале «Однажды в сказке Чукурова». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Свидания. Thank you.